Всем привет! С вами Комаров Виталий. Недавно я получил посылочки вот эти вот все. Ну и, конечно, хочется сделать обзор вот на эти все штуки подетальнее. Так, жалки высыпались. Мы сейчас их будем пробовать. Это жалы медные. Они мне, с одной стороны, ну, во всяком случае, раньше они больше нравились. Это для чистки жала паяльника. Большие и маленькие. Это вот уже была намоченная. Так, ну что ж, начнем с паяльной станции. Многим, наверное, хочется знать подетальнее о ней. Вот она, это паяльная станция. Это фен. Вот эти вот все они сменные насадочки. Можно выбрать любую. Я как поставил вот эту вот средненькую, так она у меня и стоит. Одевается все легко. Фен автоматически включается-выключается. Это разъем питания. Здесь стоит предохранитель. Включение-выключение самой станции. А вот заземления-то нет. Земли-то тут нету. Нету земли. Так что имейте в виду, на все эти товары я ссылочки оставлю под этим видео еще раз. Это включение паяльника, это регулировка паяльника, это включение-выключение фена, регуляторы оборотов фена, скорость подачи воздуха и регулировка температуры. Вот я включил. Вот так вот она выглядит. Так, начнем, наверное, с фена, что ли. Греть, я думаю, ничего не надо. Мы его включаем. Фен автоматически запускается. Температура максимум поднимается до 450 градусов. Я ее не калибровал, ничего, так что не знаю. Настоящая это величина или нет, не знаю. На подставочку ставите, здесь два неодимых магнита внутри. Вот фен начинает остывать. Когда он остынет, он сам отключится, без всяких проблем. Паяльная станция неплохая, конечно, это не профи, но работать ей можно для дома, что-то там спаять, припаять это возможно. Сейчас у меня таких деталей-то нет, на чем бы ее испытать. Будем паяльничек испытывать вот на этой хрени. Заодно посмотрим, какие жалы, что они себе представляют. Вот они, жалы. Так. Ну, сначала, наверное, что из себя представляет вот такая хрень. Вот она вот такая вот тоненькая. И когда она набухает, когда в воду мы ее кидаем, она там набухает. Вот ее так бумс, и она раз и вырастает. И получается вот такая вот хрень. То есть она в несколько раз вырастает. Маленечко отжали. Все, для чего увлажнять ее? Когда вытираете в нее жало, в первую очередь припой отдает температуру, и он просто отваливается об эту вот губку. И жало становится чистым. Ну и в сущности то же самое большая. Это 3,5 на 5. И естественно, ну да, да нет, ворк подрастает. А вот эти вот, это 6. Да вылазьте, зараза такая. Это 6 на 6. Вот такая штука. Здесь вот помечена дырочка в середине. Вот что-то на камеру плохо ее видно, сливается. Тоже такая же тоненькая, тоже если ее бросить. Но это я уже не буду использовать. Вот. Это вот бэушная. Она уже высохла. И когда она высохла, она все-таки осталась чуть потолще. Но если ее опять бросить в воду, она также разбухает.
Это куда? Только выжил, ты туда-обратно. Значит, получается вот такая же вот. Толстенькая, пушистенькая, мягенькая. Гнется во все стороны. Середочку можно вырвать. И, то есть, паяльник можно чистить внутри. Единственное, что подставка, которая идет с паяльником, она сюда как-то большеватая. То есть родная она чуть-чуть меньше, и она влазит. Ну, это без проблем, можно обрезать какую угодно. Вот такая вот хрень. Так, смотрим дальше. Это мы выкидываем, это мы уже посмотрели. Так, сам паяльничек. Жало. Что-то у меня упало. Жало здесь... По-моему, МТ-900. Сейчас я посмотрю старую у себя упаковочку. Где-то она была, где-то я только сейчас ее откладывал. Сейчас мы ее найдем. Вот, 900 МТ. Следующая буковка, это уже форма жала. Их несколько разновидностей. Подходят они сюда. К этой паяльной станции, именно к паяльной станции 85-86, она подходит изумительно. То есть берем, тут вот откручиваем, вот она, здесь так закрепляется жало, откручиваем, аккуратненько снимаем, стараемся не сломать обогреватель, и можем поменять жало. Мне очень хотелось попробовать медное жало. Где у меня упаковка разодранная? Вот она, разодранная упаковка. Ну, попробуем вот этот жало-топорик. Вот мы его аккуратненько одеваем. Главное, чтобы не сломать. Все. И закручиваем. С дури тянуть не надо, чтобы не сломать нагреватель. Берем канифоль, выставляем, я думаю, что градусов 350 где-то будет нормально. Включаем паяльник, лампочка начинает моргать, то есть сначала она горит. Ну что ж так на камеру-то плохо видно, а? Вот здесь вот лампочка, она горит, когда паяльник нагреется. Пока паяльник греется, желательно все это медное жало пускать в припой. Как только лампочка начнет тухнуть, вспыхивать, значит все, жало, паяльник нагрелся. И лудим его. Ну вот нагреватель нагрелся. Жала еще нет. Я сейчас даже не знаю, облудится он, нет. Хоть он из завода. Ну, вроде как лудится. И неплохо. Ну, вот. Жало блуженое. Можно еще раз. Нанесем на него побольше. Единственная проблема с этим жалами, это то, что они выгорают быстро. Но зато у них теплоемкость больше. Что я могу сказать? Теплоемкость у них больше. За счет этого вот они, наверное, лучше прогревает. Так, ну что ж, попробуем отпаять этим жалом. Но вот это какие тут светодиоды какие-то. Флюс я не заливал. Кончики загнуты. Иди тихо мать. Хочешь все сделать быстро? Нет.
Надо концы кому-то загнуть было, когда поел. Зачем? Зачем? Паяльничек очень легкий, можно сказать, невесомый. Загнутый, загнутый. Говорила мама, заранее готовься. Нет. Довольно-таки хорошо паяет. Единственное, что нужно помнить, это паяльное жало нужно постоянно в канифоле, в канифоле, в канифоле. Тогда оно прослужит дольше. Если вы его оставите на открытом воздухе, и канифоль выгорит, естественно, жалу придет хана. Конечно, у него срок службы есть. Вот все он хорошо выпаивает. Сейчас выставлено здесь примерно около 350 градусов. Взяли, почистили. Вот уже, по-моему, как все это трудно снимать через телефон. Иди сюда. Зараза лозит. Паяльная станция, конечно, за свои деньги огонь. Она мне досталась за 1700. У них была какая-то скидка. Сейчас у них то она 3000, то 4000, то еще сколько-то. Так, ну вот паяльничку включаем. Сейчас она остынет. Можно так по-быстренько открутить. Попробуем другое новое жало. Так, это мы попробовали. Вот оно слазит, скотина. Упаковка. Фу-фу-фу, кыш. Так, и прислали мне жало вот, которые напильником точить нельзя. Ну, я уже такое попробовал, жало. Мне оно тоже, собственно говоря, понравилось. Кстати, до кабеля сейчас коснулся вот этой вот фигней. Она горячая. Ну, вроде не прожег. Все жало налазят хорошо. Нареканий в этом нет. Паяльник греет хорошо. Конечно, он не 60 ватт, как заявлено. Но 50 ватт в нем точно. Так, ну вот сейчас попробуем вот этот. Это жало. Так, на все жало, паяльники, вот эти вот губки под этим видео я оставлю описание. В описании, вернее, оставлю ссылки на эти товары. Вот как. Вот как-то так умно. Вот сейчас уже паяльник нагрелся. Жало вот сейчас опять догревается. Все. Смотрим, как лудится. Ну, что сказать? Вроде пока что лудится. Сейчас посмотрим дальше. Да. Кончик жал. Прям кончик жала лудится. Все вот это вот. Ага, во. После канифоли сразу же облудилось все. Жало темнеет.
Это при 350 градусов. Она темнеет. Не знаю, должно быть такого. С ним нет, сейчас красный весь накалится. Это будет что-то. Ну, на кончике жалоб припой держится. Так, ну что, попробуем этим жалом отпаять. Какая разница, каким паять, что медным, что этим. Ну, единственное, что, как я считаю, например, у медного жала теплообъем больше. Ну, вот все они, светодиодики, довольно-таки шустро паять. Сейчас выставлено 350 градусов. Настоящая температура, не настоящая, я пока что все это не проверял. Эту паяльную станцию, ребята, если кто-то хочет покупать паяльную станцию, чтобы поместиться в бюджет, ну, конечно, как я понимаю, нужно отслеживать товар. Она стоит этого недорого. И довольно-таки хорошего качества. Единственное, что земли нет, гнезда для земли нет в ней. Я, кстати, только вот обратил внимание, то есть ли, если что-то паять, то придется к чему-то землиться отдельно, то есть не к паяльной станции. На других моделях, более дорогих, топорик лихо справляется. Вот все мы их выпаяли. Жало почистили. Все, припой остался. Нажали. Вставили. Вот на паяльную станцию можно примостить вот такой магнитик. То есть на саму паяльную станцию мы берем. Пролепили магнитик. Поставили паяльную станцию. Ну, что-то такое. Там по толщине вы можете подобрать. Ну, вот она компактная. И не мешает. Так, ну вот все жалки холодные. Так что, ребят, мое мнение только положительное. Я, честно сказать, электронику заказал первый раз в жизни с Алиэкспресса. Очень долго я боялся заказать ее там. Ну вот, все-таки заказал. 1700, тогда она мне выходила со скидками какими-то там еще. Но я не пожалел. Сами вы видели, она работает. Фен греет, все изумительно, отпаивает без всяких проблем. Единственное, что у меня микросхем нету, чтобы отпаять, как говорится, не на чем фен попробовать. Так что спасибо, подписывайтесь на канал. Ваша подписка — это большая поддержка мне. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Вы даже можете мне позвонить по WhatsApp. То есть у меня в описании каналу все контакты есть. Одноклассники, ВКонтакте, в Фейсбуке и WhatsApp у меня там есть. Все, спасибо, до свидания.